С помощью применения дополнительной аппликатуры, изменения положения амбушюра, изменения подачи, скорость, угол, давление, мы можем сыграть на кларнете несколько звуков. Их называют интервалами, аккордами, гармониками, мультами, дифтонгами. Но я в основном буду применять термин мультифоники. По многочисленным просьбам коллег, в этом видео я буду значительно больше уделять внимание технологии и методике, но все-таки не забывайте о том, что основная цель, основная тема данного видео и вообще контента в целом – это новое инструментоведение. Достаточно часто у обывателей возникает вопрос, а как так получается, что на трубе всего лишь три клапана, а можно сыграть так много всего интересного и быстрого? По большому счету, вся вот эта вот сложная система клапанов, она предназначена для того, чтобы скорректировать обертоны. То есть, по большому счету, очень многие вещи на кларнете можно сыграть без применения вот этих вот всех доп-аппликатур. За счет техники передувание. Основа игры многозвучий или мультифоников на кларнете – это обертоны. Если обратить внимание на конструкцию кларнета, то мы увидим здесь вот такой вот клапан. Этот клапан называется дуодецима. Он дает нам возможность сыграть ноту на квинту через октаву выше на той же аппликатуре. То есть мы берем ноту ми, малой октавы, добавляем этот клапан и получаем ноту си первой октавы. В общем-то, это можно смело считать первым передуванием. Кларнет функционирует по акустическим законам, применяемым к закрытым трубкам. И вследствие этого преобладают нечетные обертоны в спектре. И первый обертон не октавный, а квинта через октаву, то бишь дуодецима. Стандартная ситуация, когда второй концерт Вебера начинается не с ноты фа, а с обертона, который находится выше. И если это происходит в классе, на репетиции, ну ничего страшного. Но если это происходит на сцене во время исполнения, когда за тобой сидит большой симфонический оркестр, это не очень здорово. Как с этим работать, далеко не всегда очевидно. И именно в таких случаях нам может помочь обертоновая техника и игра обертонов. Опять же, для того, чтобы не было проблем в первом концерте шпоры, чтобы нота до четвертой октавы была стабильной, опять же, нам может прийти на помощь обертоновая техника и игра обертонов. В оркестре достаточно часто приходится играть с гобоем и с флейтой разными аппликатурами. То есть стандартная ситуация, когда по тюнеру у нас строит, у нас все зеленое, а бьет. И вот эти вот как раз-таки биения возникают из-за разности трубок, из-за разности обертонов. И умение применять доп-аппликатуры – это тоже один из важных профессиональных аспектов. Обертоны вверху, в третьей октаве, имеют свойство занижать. И теперь представьте, если мы научимся управлять достаточно точно интонационно этими обертонами, то, используя обычную аппликатуру, которую мы рассматриваем как дополнительную, насколько нам легче будет интонировать.
По аналогии, как было продемонстрировано в примере, мы можем посчитать от каждой ноты в малой и первой октаве бертонный ряд и построить те или иные мультифоники, ну, которые называются сольфеджио. Следует помнить, что самая устойчивая группа среди этих мультифоников – это группа, которая находится в середине, то есть не первая и не последняя обертоны. Чем интересен пример, который ранее прозвучал? Как мы видим в первом мультифонике у нас не до, а нота си, хотя в обертонном ряду ноты си нет. Но применяя эффект глиссандирования, мы можем сыграть мультифоник ми-си. И этот эффект глиссанда нужно запомнить. Сольфеджио можно разделить на две принципиально разные категории. Первая категория, когда основной тон у нас находится внизу, а бертон, который мы извлекаем, вверху. Вторая категория, когда основной тон аппликатурно, это уже обертон, он находится вверху, а извлекаемый призвук у нас находится ниже. На примере одного из мультифоников, из этого примера, мы попробуем разобраться, как возникает и как работает дополнительная аппликатура. Собственно говоря, за счет этой аппликатуры и возникает мультифоник. Нота соль, все отверстия закрыты. Мы нажимаем дополнительный клапан до диез, и в этой трубке с закрытыми отверстиями у нас возникает одно еще отверстие до диез. Вот этот звук. Mm-hmm.
нижний звук мультифоника. Но на этой же аппликатуре мы можем сыграть верхний звук. А потом, собственно говоря, совместить нижний и верхний звук. Трение между двумя звуками дает нам призвуки. И получается, в общем-то, весь мультифоник. Чем для нас интересен эпизод, который прозвучал? Стандартная, абсолютно классическая ситуация, когда в нотах записан мультифоник, не записана аппликатура, не записаны ноты, просто мультифоник. Я спрашиваю композитора, а, собственно говоря, здесь что? Он мне отвечает, мне, в общем-то, не важно, мне нужен вот этот вот расщепленный эффект, сыграй какой-нибудь мультифоник, который удобно. Вот мы можем смело брать один из этих трех мультифоников, они достаточно имеют приличную градацию по динамике, они достаточно простые и, в общем-то, берутся без проблем. Чем этот эпизод интересен для учащихся? Всегда с чего-то нужно начинать. И достаточно абсурдно будет там, в 12-13 лет начинать, предположим, секвенции Берио. Нужно вообще понять, что существует такая штука, как мультифоники, и поиграть что-то достаточно простое. Я бы рекомендовал брать этот эпизод в качестве этюда или в качестве инструктивного материала. Возможно, сделать какие-то динамические ремарки и пробовать его играть именно в помещении зала, в акустике, решать какие-то акустические задачи и тем самым знакомить подрастающее поколение с этой техникой. В данном примере выписан весь спектр возможных нот, которые можно сыграть в этом мультифонике. Если мы знакомим учащихся с мультифониками, то им абсолютно не обязательно пытаться сыграть все ноты. Им просто будет достаточно, чтобы получилось преломление, чтобы получился эффект, и тем самым они уже значительно продвинутся вперед по части понимания contemporary music. В данном произведении используются интервальные мультифоники, мультифоники, в которых конкретно и четко мы можем услышать два звука. Это стабильные, несложные мультифоники, и поэтому их можно смело использовать в своих произведениях. Часто случается, что продвинутым учащимся в какой-то момент приходится играть contemporary music. Как правило, все начинается с сонаты Денисова, с сонаты Тиберия Олаха или Клэр Донатони. И если технически, технологически способные, талантливые кларнетисты могут это охватить, то, как правило, с точки зрения мысли и с точки зрения художественного воплощения, это голые ноты. Чтобы такого не происходило, нам нужен материал, на котором мы можем прийти к этим произведениям, потому что, я думаю, ни у кого не хватает фантазии начинать знакомство с классическим репертуаром кларнетовым сразу с концерта Моцарта. Мы до этого сыграем ряд других концертов, чтобы подготовиться к более монументальному произведению. В принципе, мы можем рассматривать прозвучавший эпизод и прозвучавшее произведение как очень хороший, очень качественный трамплин для того, чтобы подойти к самому сложному и топовому contemporary репертуару.
сюжете о мультифониках я не мог не упомянуть о произведении Сальваторе Шарина, подавляющее большинство мультифоников, которые он использует, многозвучные, 3-4 и более. Все это достаточно сложные мультифоники. И, в общем-то, это произведение является одной из вершин contemporary music и кларнетового репертуара в частности. Достаточно часто бывает, что мы берем какую-то таблицу, применяем аппликатуру, играем и понимаем, что ноты не те, которые написаны в таблице. В большинстве случаев, когда мы играем мультифоники с применением дополнительных аппликатур, нижний звук достаточно точен, потому что от него, в принципе, и строится весь спектр. А вот с верхними звуками все гораздо сложнее. Во-первых, существуют разные позиции. Мы не можем просто нажать аппликатуру, как-то туда подуть и получить искомые ноты. Нет, мы должны четко понимать, в какой позиции мы находимся и на какие ноты нам нужно попадать. Плюс не будем забывать о эффекте глиссандирования, эффекте глиссанда, который я показывал в произведении Артура Забнина «Формы». Если мы чуть-чуть берем ниже или чуть-чуть берем выше, то мы рискуем просто попадать на другие ноты во второй и в третьей октаве. Поэтому мультифоники — это не просто какой-то прием, это расширенная техника, которая требует, собственно говоря, занятия бертонами, которая требует подбора материалов и которая требует времени. Во многих источниках именно это разделение мультифоников на группы трактуется или позиционируется как традиционные, уже сложившиеся. Первая группа — это мультифоники с большим динамическим запасом, трехзвучные мультифоники. То есть, по идее, эти мультифоники можно играть и достаточно тихо, как я сейчас играл, и раздувать до 2 форте. Группа из этих мультифоников звучит гораздо мягче, гораздо тише, и она гораздо менее устойчива. Следующая группа мультифоников, которые берутся очень тихо, очень мягко. И если мы пытаемся их крещендировать, раздувать, то они рассыпаются. То есть на них очень сложно делать динамику. Следующая группа мультифоников — это мультифоники, которые дают такие характерные биения, такую шероховатость, и это мультифоники, которые, как правило, исполняются очень громко. Это группа интервальных мультифоников, мультифоники с мягкой атакой, которые не сразу берутся с небольшим зазорчиком, и мультифоники, которые, в общем-то, очень сложно сыграть громко. Это группа мультифоников, в которых мы определенно слышим нижний тон и целый спектр, 3, даже 4 гармоники слышим вверху. Очень громкие мультифоники и достаточно сложно услышать звуковисотность. Со своей стороны я бы предложил
делить мультифоники по гораздо более простому принципу. Первая группа мультифоников – это Сон Финдю, в которой есть подгруппа, когда основной тон внизу и основной тон вверху. Следующая группа мультифоников, основная, это интервальные мультифоники в пределах октавы. Как правило, это мультифоники, у которых очень сложная аппликатура и которые практически не играются громко. И последняя группа мультифоников – это мультифоники от трех и более звуков. Потому что когда мы играем интервал шире, чем октава, в общем-то, достаточно чуть-чуть изменить воздушную струю, и у нас уже возникает призвук, так называемый третий тон. Thank you.
Подавляющее большинство интервальных мультифоников, интервалов в пределах октавы, имеет достаточно сложную аппликатуру и применяются, как правило, вне громкой динамики. Опять же, обратите внимание, когда я играл секвенцию, я достаточно часто выбрасывал большой палец правой руки на трельные клапана. Этой техники в академической, в классической игре на кларнете не существует. Кларнет держится на большом пальце правой руки. Но здесь мы можем поставить инструмент на колено или воспользоваться гайтаном и освободить этот палец. Не забывайте, если вы применяете такие мультифоники в своей музыке, помните о том, что нужно время, чтобы не только мультифоник зажегся, а чтобы еще успеть перенести этот большой палец и потом его вернуть обратно. В большинстве случаев, если вы видите, что в аппликатуре мультифоника нажата дуодецима, то, как правило, динамические возможности этого мультифоника будут небольшие. Подавляющее большинство благозвучных мультифоников или интервалов в пределах октавы, это, скажем так, медленные мультифоники. У них сложная аппликатура и достаточно сложная структура для того, чтобы призвук ответил. Молот-ансамбль играет уже практически 10 лет, без малого.
И буквально с первых наших шагов я столкнулся с мультифониками, причем не абстрактно, где-то вот там увидел в какой-то методике, там что-то попробовал, а пришлось ими апеллировать на сцене регулярно. И данное видео является скорее не пересказом или передачей какой-то из методик или какой-то диссертации или работ по мультифоникам, а скорее такой взгляд практика на эту достаточно интересную и быстро развивающуюся сферу в кларнетовом музицировании. То есть можно смело сказать, что мультифоники это не прием, не штрих, это конкретная расширенная техника, которая требует применения там, отдельных муштуков, отдельных тростей, отдельной технологии, отдельного подхода в принципе к этой игре.